Ирвин это понимал под ответами, что ли? Не знаю. Но тут явно замешана Амбрелла. А это всегда дурной знак. Ладно, этим займемся потом. Сначала разберемся с Джилл. Ты прав. Попробуем что-нибудь раскопать. За мной должок. Не знаю как, но из них, видимо, делают биооружие. Это комплекс с фотографией, без всяких сомнений. Наконец мы что-то нашли. Thank you.
Осторожно, там что-то есть. Нужны патроны! Бери! Дай траву! Держи! Дай траву! Держи! Подбери! Ясно! Дай в команду! Бери! Дай гранату! Держи!
Слава богу, они вовремя кончились. Да, с целой ордой мы бы не справились. Вроде они нас не замечают. Видно, у них плохо со зрением. Но все равно, надо идти как можно тише. Черт, нас услышали! Ясно. Ничего себе. То же самое было на снимках. Значит, Джилл может быть здесь. А? Что они сделали? Похищали людей со всего мира для экспериментов. Приехали.
Нет доступа? Почему? А вот почему.
где она? Мистер Редфилд, как я рада наконец познакомиться с вами. Вы кто такая? Экселла Жиона. Она из Трисел. О, да, мы выучили уроки. Сотрудник глобального фармацевтического консорциума. Зачем? Ха, с какой стати мне перед вами отчитываться? И вообще, разве вам не приказали дать задний ход? Так это твоя работа. Где Джилл? Джилл, если бы я и знала, думаете, сказала бы вам? Хватит болтать, отвечай, где она? Послушайте, хватит путаться под ногами. Убирайтесь, откуда пришли. Здесь нет ничего, ради чего стоит рисковать жизнью. Она лжет. Ей точно что-то известно. Значит, пришло время ответов.